8 апреля, я приветствую вас под Растюшино. Сегодня тепло. На термометре 21 градус в теплице. Бегошки вылазят. Я вам с обзорчиком пробегусь. Тайдалы пошли. Но это вот точно не тайдал, это кто-то другой. Мы узнаем об этом позже. Питончики стоят на укоренении. Львиный зев распускается. Так. Вот, дождалась я момента, когда раскрываются вот эти виолочки у меня. Так, красоточки. Петунюшки. Петунюшки и огурчики. Вот такие дела. Сегодня я еще денечек поработаю. Ребенок мне набивает стаканы. Завтра у меня один выходной. И потом я приду. Максимально все, что успею, посажу. И посмотрите на томатики. Мне кажется, они очень подросли. Я вчера вечером вошла в теплицу и думаю, боже мой. Я говорю, Матвей, ты чем их поливал? Он говорит, водой. Я говорю, что ты тут с ними сделал? Он даже у огурцов... Даже усы пошли. Так, ну у нас на нижнем этаже здесь алисум. Укореняются. Мне писали комментаторы, что так нельзя сажать. Надо две. Вот я сажаю, у меня выживает сильнейший. Я с ними не играюсь. Эти вот листики отпадут. Ой, извините. Пошевелила. И кто выживет, тот укоренится. Так, это у нас... Томаты, там у нас виола, петуньки. Ой, вон кто-то распускается красивый. Не долезу я туда. И вот это такая будет виолка. Ну все. Фуксия. Петунишки. Всем-всем хорошего дня.